Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре английский караван Swift Archway 2004 года выпуска. Прицепчик растаможен, находится в Санкт-Петербурге. Я не на 11, шоссейная 50А. Масса данного каравана 1 тонна 46 килограмм. Это что касается максимальной массы, то бишь прицеп подходит по категории Б. Если автомобиль у вас не слишком тяжелый, то есть не превышает в совокупности 3,5 тонны. Вот. Более подробно поэтому можно уточнить у меня. Также я креплю текст, выписку, выдержку из правил дорожного движения. Актуально. Вот. Прицепчик. Что касается этого прицепа, это у нас планировка с боковой двухъярусной кроватью, либо боковым столиком и двумя небольшими диванами. И с отдельным санузлом. На превью вы в этом убедились. Я заранее разложил кровать, чтобы было понятно, как второй ярус выглядит. Поэтому начнем с наружной части. Прицепное устройство со стабилизатором движения АЛКА, то есть дополнительно дожимает наше яблоко слева-справа. Накатные тормоза в данном караване имеются. Далее у нас лифт, то есть стояночное колесо, которое позволяет нам снять прицеп без особых физических усилий с автомобиля, с фаркопа. Стояночный тормоз, то бишь ручник, сейчас в затянутом положении, то есть в рабочем состоянии. Тросик для того, чтобы можно было подстраховаться на случай, если вдруг забыли полностью прицепить прицеп, зацепить к автомобилю, он у вас сразу же затянет ручник. Вот. Ну и две вилки по 7 пин, одна семерка черная на габариты, то есть самое важное, что нам нужно в первую очередь. И второе, это для внутреннего оборудования. Как с этим справляться? Также есть специальные переходники. Вот к концу января уже будут в наличии у нас. Поэтому, если что, решается этот вопрос также без проблем. Спереди у нас есть бардачок для того, чтобы мы могли поставить здесь баллоны газовые, два штатных места, одно, второе. Один баллон подключается, второй как запасной. Вот, справа у нас какие-то канистры остались от собственника. С левой стороны ничего нет. Вот, место для хранения, то есть оно довольно произвольно, в порядке. Разумного, конечно, нужно, чтобы не перегружать сильно. Вот, идем дальше. Окошки спереди три открываются по раздельности с москитными сетками, солнцезащитными шторками. В принципе, также виднеется вот панорамный люк внутри, посмотрим его. Антенна телевизионная и выхлоп от нашей печки. Это что касается крыши. С этой стороны три окошка, два из них открываются. И с москитной сеткой, с солнцезащитной шторкой. На дверях окошко только с солнцезащитной шторкой, и оно у нас не открывается. Здесь у нас место для хранения каких-то вещей. Но я думаю, более это актуально для хранения принадлежностей гриля, потому что здесь у нас выход дополнительный для газа, то бишь летнюю кухню можно здесь устроить без проблем. Вот, идем дальше. Здесь у нас резина 14C, про нее я уже показал более подробно в начале, сам решетки от холодильника, то бишь выхлоп отсюда выходит у нас. Вот с этой стороны у нас место для хранения каких-либо вещей, то есть дополнительная ниша. Вот, можно заглянуть, тут проходит выхлоп трума, точнее ее раздув по всему салону, чтобы в прицепе было тепло. Ну, это дверь, это все посмотрим уже внутри именно. Вид сзади. Вот такой. Заднее окошко также открывается с москитной сеткой, с солнцезащитной шторкой. Посмотрим, что под днищем у нас. Вот, все в порядке, рама оцинкована, днище обработано, то есть никаких признаков и намеков на то, что прицеп нельзя эксплуатировать и нужны какие-то доработки. Никаких намеков на это нет. Здесь у нас заливное место для, заливная горловина для туалета, то бишь отсюда. Мы ее открываем и заливаем водичку для смыва. Здесь заливается септик в нашу кассету. Ну и мы, соответственно, пользуемся кассетой. Кассета с индикатором Тетфорд на 15 литров. Как пользоваться, объясняем перед расчетом полным. Непосредственно уже на конкретном караване все оборудование демонстрируется. То есть в первую очередь это как инструкция идет. Во-вторых, чтобы как минимум убедиться в том, что все работает. Вот. Это у нас слив.
слив для, и для воды. Забыл сказать, что в бардачке лежали еще трубки для того, чтобы можно было опустить наш слив в специальную емкость, то есть подкатную канистру, например, для серой воды, либо подключить шланги можно и вынести куда-нибудь в канализацию, если на это есть такая возможность и необходимость в этом. Вот, эти окошки также открываются. Здесь подключается аккумулятор у нас, вот, то бишь штатное место, и подключение 220, вот такое у нас трехпиновое, с переходником в комплекте. Мы комплектуем полностью. Также помимо этого запаска в комплекте идет, на днище можно было увидеть, и ключ для того, чтобы можно было опустить лап. Четыре лапы, две спереди, две сзади. Это у нас крышка. При работе от газа у нас идет выхлоп. При работе от газа нашего бойлера, я имею в виду, выходит выхлоп. Мы эту крышечку снимаем, и отсюда выходит соответствующий дым. Точнее, выхлоп. Прошу прощения. Здесь у нас подключение водоснабжения, то есть насос-помпа подключается здесь. Это по заводу так идет. Если нужно переоборудовать и поставить бак вовнутрь, мы берем бак на 50 либо 75 литров и ставим его вам под кровать, с вами предварительно посоветовавшись и обсудив этот момент за дополнительную плату небольшую. Вариации рекомендуемые 50-75 литров. Больше, может быть, не стоит, но до сотки, но это самое максимальное, что можно поставить, как по мне. Вот, дальше все на свой страх и риск. Заходим вовнутрь. Прицеп очень свеж, хороший запах в нем, 4-го года, напоминаю. Вот, 4-5 местное размещение. Я заранее уже сказал, что разложил кровать. Вот таким образом она выглядит. Лестничка, понятно теперь для чего. В изначальном положении номинально здесь у нас стоял второй ярус, убирался полностью, он к стенке прислоняется, и собирается столик посередине, который лежит теперь в шкафу, и ставится два диванчика. Вот на фотографиях на сайте вы можете увидеть первый караван.ру, полная фотография всех элементов в таком виде, в другом виде есть у нас на сайте. Вот, переходите по ссылочке в описании, вот, либо загуглите можно. Вот. Итак, идем дальше, смотрим. Начнем с самого носа, так скажем. Спереди у нас бабушек дивана, 1,80 м по длине. И этот 1,85 м примерно. Они немножко асимметричны, но это практически не видно невооруженным глазом, так скажем. Вот, если только рулеткой померить, это будет заметно. 5 сантиметров немножко разнятся. Но это никак не влияет на интерьер, то есть так все симпатично выглядит. Вот, если бы я не сказал, думаю, вы бы не заметили. Идем дальше. Кровать выдвигается вот с помощью таких жестких ламелей, то есть ребер жестких, она выезжает полностью по направляющим своим. Собирается кровать с помощью боковых подушек. И, соответственно, можем собрать кровать, сняв ту тумбу. 1,80 м на 2 м, я думаю, это шикарное место для отдыха для двоих, как минимум, людей. Вот. Очень аккуратный цвет, свифты. В четвертом у нас тоже есть другой планировки. Челленджер, точнее модель вообще. Там тоже зеленые цвета, очень симпатичные. Мне лично очень нравится. Музыка здесь есть у нас. Магнитола стоит, колонки выведены. Панорамный люк, про который я говорил. Уже под кроватью стоит бойлер на десятку. Управление бойлером находится здесь. Также все демонстрируется, объясняется, как работает. Работает от газа и 220. Отопление здесь трума, печка с раздувом по салону, как я уже говорил, работает от газа и 220. Также можно находиться в минус, но если мы в минусе, тогда стоит подумать о нашем водоснабжении. То есть я уже говорил про бак, который стоит снаружи. Его можно поставить вовнутрь, и, соответственно, вода с меньшей, более меньшей вероятностью, что она замерзнет, потому что она будет все-таки в прицепе, который будет отапливаться круглый день, так скажем, круглые сутки. Так, второй ярус, про него я сказал. Как это выглядит без второго яруса, вы знаете уже, если посмотрели на сайте или посмотрите после видео. Так, кухонный блок с холодильником. Холодильник у нас здесь газ 12-220, производство Тетфорд, вот, с нормальной морозильной камерой, не маленькой.
самая стандартная. Может, она, конечно, по меркам домашним маловато, но именно такая в прицепах идет, даже в прицепах, которые уже 10-х годов. Раковина. В ней лежит, кстати говоря, насос-помпа. Больше к водоснабжению возвращаться не будем. Горячая, холодная вода здесь, соответственно, тоже идет. От газа и 220. Плита. Плита у нас тоже двухтопливная, так скажем. Может работать от электричества 220. И три конфорки разных размеров работают от газа. То есть вариативность у нас здесь появляется какая-то. То есть от 220 и три газовые конфорки. Вот наше управление ими. Электроподжиг здесь стоит, духовой шкаф, гриль. Ну, это само собой, это же все-таки англичанин, тем более Swift. Они точно не могли об этом забыть. Вот, по периметру ящики, вот такие аккуратные, их довольно много, то есть места для хранения здесь предостаточно. Помимо этого, есть шкафы. Ну, этот шкаф скорее для вещей не подойдет, потому что здесь стоит стол, который ставится вот здесь посередине. Фотографии также на сайте есть. Ну и тут шторки, это для того, чтобы оградить детей, либо тех, кто будет здесь спать, полностью, так сказать, произвести зонирование. Какое-никакое. Аккуратное зеркальце, вот, оригинальное. Archway, вот даже на нем гравировочка есть. Дверь делится на две части. Видно, что здесь мусорка была еще подвесная. К сожалению, к нам не доехала, видимо. Вот, окошко закрывается. Солнцезащитная шторка и вот такой вот с промежуточной фиксацией. И также москитная сетка на всю ширину двери и на всю высоту двери. Целенькая, все в порядке с ней. Вот. Пожароизвещатель на месте, заводской также. Ну и осталось нам обсудить туалет-душ. Он у нас здесь отдельный, само собой, потому что планировка это позволяет полностью. Вот у нас раковина. Это для того, чтобы мы могли здесь помыть руки. Вот, ну и туалет Тетфорд, он поворачивающийся у нас, получается кассета на 15 литров, ну про это я тоже уже говорил. Вот, ну и сам душ, вот он круглый, довольно просторный в принципе, потому что помимо этого вот еще есть углы, куда можно как бы, ну, развернуться, так скажем. Вот, все в порядке тоже, напор нормальный, мыться можно, даже если вы высокий, напор дойдет до вас. Вот, и вот наш шкаф для вещей. То есть здесь полочки, это столик, который на месте боковой зоны у нас сейчас должен стоять. Открываем, еще здесь полочки появляются. Ну, это же, чтобы вы понимали, то есть сквозная здесь вот. Вот, столько места, в принципе, достаточно. Ну, и не забываем, что под кроватями хватает места. Если мы не ставим бак, то под кроватью есть... очень много места, да даже если и бак поставить под одну кровать, где стоит бойлер, вторая у нас остается пустая, ну и эти тоже остаются пустыми. И опять же по периметру куча ящиков. Вот. Получился довольно емкий обзор. Всем спасибо за просмотр. Ждем всех в Санкт-Петербурге. Я не на 1, улица Шоссейная, 50А. Цена данного каравана указана на сайте, указана в описании. Переходите на сайт, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо, всего доброго, до свидания.